На пляжах Лазурного берега Франции ходят страшные истории о нашествии медуз. Некоторые отдыхающие говорят, что их не бывало много. Некоторые делятся историями о том, как их ужалили. Можно перетерпеть. Болит час или два, потом все, ничего не остается. Но ведь все равно же больно. Думаю, этот год особенный. Обычно медуз немного, я впервые их вижу, но меня они пока не жалили. Мы боимся идти в воду, потому что там есть медузы. Впрочем, ученые из местной океанографической лаборатории уверены, что это просто страшилки. Они говорят, что никакой вспышки в размножении они не заметили. В этом научном центре изучают медуз и все, что с ними связано. Исследователи отмечают, что обычно медузы активно размножаются весной, когда в воде особенно много планктона, которым они питаются. Есть более 1000 видов медуз, их огромное количество. Но объединяет их то, что репродукция у них в основном сезонная. Обычно они размножаются весной. Из одного яйца или личинки появляются 1000 полипов, которые производят 1000 и даже сотни тысяч медуз. При этом они говорят, что в основном медузы здесь присутствуют всегда. Мы не видим каких-то циклов, то есть медузы всегда есть дальше от берега или ближе к нему. Их переносит течение, которое называют лигурийским. Если приблизиться к нему, то можно увидеть много медуз. Также ходят слухи, что медуз стало больше из-за изменения климата и повышения температуры воздуха и океана. Однако и здесь ученые не согласны. Медузам не нравится, когда жарко. Они плохо реагируют на тепловые удары в море. В Средиземном море наиболее распространена медуза пелагия. Она наименее опасна для человека. Место укуса советуют хорошо промыть, но только не пресной водой.